Здравствуйте, дорогие друзья, ВКонтакте и Одноклассниках. Я начинаю свой видеоблог, свой видеоблог номер 588. Спеть и сплясать просим. Поехали, мои дорогие. Йоу. Мини-блог. Поехали, мои дорогие. Йоу. Так, все. Бог. В лесу родилась девочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была, и пени пила песенку, и елочка бай-бай, мороз снежку не усыпал, на тени замерзал. Мороз мешком устывал, смотри, не замерзай. Трусишка, зайка, синенький, под елочкой скакал. Порою вовсе взбитый жёг, красою пробегал. Порою вовсе взбитый жёг, красою пробегал. Нет, по лесу частому под волосом скрипит. Лошадка махноногая торопится бежит. Лошадка махноногая торопится бежит. Ведет лошадка бровенки, а дровня мужичок. Срубил он нашу елочку под самый корешок. Срубил он нашу елочку под самый корешок. И теперь она наясная на праздник нам пришла. И много-много радости детишка принесла. И много-много радости детишкам принесла. Так, еще. Толя, тушка. Упс.
Так, все. Я постараюсь сегодня выложить два видеоблога своих. Это 577 я пишу сегодня 7 апреля. И 588 Петя 58 от Лёшки, вот так он будет называться, точно. Ведь 88 это считается Матрёшки подписчик, йоу. Да. Угу. Йоу, подписчики. Так, всё, подвигай. Подвигай давай. Да, конечно, ага. Я батончик наездной, вкусный, свежий, есть со мной. Ага, точно. Я батончик наездной, вкусный, свежий, ешь со мной такой. Ой, это что я наделаю? Что я наделаю-то? Блин. Господи, какой вкуснялый-то, господи. Ой, такой не возьму. Что, не возьму такой? Что? Да много. Что я такой возьму, ну что, что я такой возьму, это много-то. Вы батончик наездной, вкусный, ешьный. Я помню, такой хлеб был. Я батончик наездной, вкусный, свежий, ешьный. Ага, точно. Помню, я батончик наездной, вкусный. Свежий есть со мной, да, помню, был такой позвон, был такой название такого хлебушка. Ай-яй-яй-яй-яй. Кажется, им не хватило моих угощений, подписчики. Ох, ну ладно, ничего страшного, я, в принципе, не обижаюсь.
и русалки. И русалки, подписчики. Подписчики, кто из вас русалок смотрел на Джекисе? Поднимите, если кто смотрел, напишите в комментариях или поставьте лайк. Поставьте лайк этому видео. Кто из вас русалок смотрел? H2O. Кто из вас... О, не русалка. Кто из вас смотрел сериал H2O на Джекисе? Пишем комментарии, ставим лайк, подписчики. Йо. Из-под колес взлетает пыль, дьявольская езда. Остановите автомобиль, дамы и господа. Ну вот все и кончено, вот и все. Другом пошла земля. Так нахутился на колесо. И это была петля.
Молдова. О, кажется, котик наклал опять, ёк-палки. Ой, батюшка, я на камеру сказал, ладно. Ох, подписчика. Ох. Кажется, рыжка ходила, я думаю, только так стучит по лоточку. Точку, точку. Простите, подписчики. Если что, я постараюсь сегодня два влога снять. Если получишь, подписчики. Ой, в смысле, то есть не снять, а выложить уже, смонтированный. Это номер 577 и... 577 1 апреля и... 500, ой, простите, 587, 1 апреля, 588, простите, уже забываю. 577 это уже был, простите, подписчик, уже. Я думаю, что к концу этого года уже будет где-то за 600 подписчиков, я же ошибаюсь, да. Так что такие дела. Подписчик, ко мне рыжий пришел, подписчики. Он чихнул. Будь здоров, рыжичек. Не чихайся. Подписчик, у меня рыжик чихается. Ой, простите, обрыгусь я, простите. Все, подписчики, мои любимые. Мои любимые подписчики. Подписчики, подписчики. О.
мяукает, слышите? Ох, простите, подписчик, у меня вам хочу, пожалуйста, у меня каждую ночь почти зуб болит вот здесь, подписчики. А еще у меня слышка еще. Блин, ну как же я могла забыть, ну ладно. Точно мог. Так, для Саши подойду, ну да. Да. Ох. Чего? 14-101, вы издеваетесь?
Кто здесь? Блин, показался. Бог. Так не делать, понял, подписчики, а то может пораниться. Не пытайся стоять, потому что это опасно, поняли? Поняли, подписчики? Говорила мама, не ешь ножа, будешь злым. Я ее не слушала, жаль, был бы жив. Говорила мне мама, мне не ешь ножа, будешь злым. Мы по всей земле копчуем, на погоду не глядим, где придется заночуем, что придется пройти. Театральные подмазки для таких, как мой бродяг, режешь руганые доски. Занавески на гвоздях, мы бродячие артисты, на дороге день за днем, их угончик будет чистым. Это наш привычный дом, мы великие таланты. Мы понятные и крутые, мы пустые музыканты. Акробаты и шуты, хоп, хей, хоп, хоп, хей, хоп, хоп, хей, хоп. Ой! Чего? Ой.
В данный момент, подписчики, мы сейчас будем, не знаю, может еще получится уличный блок снять. Но это, наверное, маловероятно. Потому что, возможно, будут пассажиры. Потому что я не знаю. Ай. Ой. Прости, подписчик. Чего?
Ой, 20. Так, все. Я это маме ответил. Да, поняла. Да, поняла. Тихо ты, Нинка. Не пали. Не пали контор, Нинка. Да, да, конечно, конечно. Ох. Да все, это для десертных бутербродов. А, да, да, конечно, конечно, конечно. Нет, не пались, не пались, да я знаю. Не пались, да я знаю. О! Ой. Ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, тихо, я знаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, не мяукай. Ой, ты громко мяукаешь так, рыжий. Знаешь, у меня ухо так громко, а? Не мяукай! Я съел уже все. Подписчик меня кофе мяукает. Подписчики. Да я скушал уже все, рыжик. Знаешь, бы я скушал уже все. Рыжик, я все покушала. Простите. Простите, подписчики, видели? У меня такая вот жесть наделась, ладно, ух. Их ты! Тебе знаю. А я скушал все, слышь. Я скушал все. Нет, у меня, видишь, какой бутерброд-то? Вот такой. Ай! Господи, помилуй! Ты хочешь откусить что-то? Ой, подписчики! У меня хотел котик шоколадку вкусить. Пойдите, подписчики! Ва.
Мне ты что, Маша? Да нет, мне сошла. Я помню, вот так делали. Ага, ты что? Ой. Тихо. Да я знаю, да. Тихо. Ой, Маша, сейчас будет улыбаться. Я же скажу. Ага, то есть. Да? Ой, тихо ты. Я знаю, да. Сейчас я вот так. Мне так больше никогда не делать, понял, подписчик? Слышь, к маме завтра идёт. Ой! Блин, не палите! Не палите, говорю! Ты сейчас палишь, так. Не палите! Нинка, не палите! Не палить, Квай, не палить. Нинка, не палить. Да я знаю, да. Не палить. Посмотри на их видео. У нас сколько видео сейчас? Ой! 47 уже! Мальчики! 48 уже минут все! Ого! Ничего себе! Ой!
Да. Ой. Не боюсь, да я знаю, да, ага. Ух. Ой, простите, подписчик, простите. Нам тоже будет часовое видео, не знаю. Ой. Да,
перестал кушать или нет? Господи! Это как-то странно, он пищать не начинает. Он обычно пищит, когда заедился. Этот раз даже не запищал. Так, 15.01, телефон заедился, Макс, поехали. Плати подписчики! Я опять прыгуси. Я тебя включу свою любимую песню. Поехали. Надо вот так сказать. Выступает Лариса Барановская, подписчики.
Прошлогоднюю печаль, до свидания, февраль. Тянет к
новым берегам. Веря небесам, снова будем ждать, счастье на пути искать, по вере попять, миражам белый снег. Стрелок бег, одинокий день, если любовь скажи, все мирожи, и на восход белый I'm
и на восход. Но белый пароход море уйдет. Yeah.
чего все теперь ты мне говоришь? И пустынный белый берег, летний праздник наш, у моря стынь. И не плачь о нем, и не плачь, любовь на земле, лишний раз белый снег, стрел от бег, а виновный век. Ли любовь, скажи, все миражи, и на восход белый пароход в море уйдет. Прошлогоднюю печаль, до свидания, февраль, тянет к новым берегам, веря небесам, снова будем ждать, счастье на пути искать, поверив опять миражам. Белый снег, стрела к бег, одинокий век, если любовь. И на восход белый пароход в море уйдет. Этот снег, что вся со мной придет, среди снежинки и засыпь все. Прошлогоднюю печаль, до свидания, февраль.
тянет к новым берегам. Веря небесам, снова будем ждать, счастье на пути искать, поверив опять, миражам белый свет. Стрелок бег, одинокий век, если любовь скажи, все мираж. И на восход белый пароход, море уйдет. Простите, подписчики. Так, простите, что я долго отходила. Часовое видео, вы серьезно? Ого! Час 22? Ого! Ничего себе! Боже мой, да ладно! Ого! Простите, подписчики, что я вам лайс про нос когда послушать. Лайс про нос очень ругается, когда я песни, когда ее песни включаешь в Сэнди Бутто, подписчики. Лайс Барановска ругается, когда ее песни слушаешь с Эндой Бутро. Ладно, всем пока, с вами Нина Ильина. 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 Видео закрывается на хлебушке. До встречи на следующем видеоблоге номер 589. 589. Всем пока, пока. Всем пока, с вами Нина Ильина. Всем пока, с вами Нина Ильина. Всем пока, пока. Видео закрывается на хлебушке. И на телефоне для разговора Макси. Йо, всем пока-пока. И на пути супра, все. Всем пока, с вами Нина Ильина.